Почти 40% шин, выпускаемых в России, производится на четырех шинных заводах шинного холдинга «Сибур. Русские шины». Это «Омск-шина» в Омске, Ярославский шинный завод в Ярославле, «Волтайр-пром» в городе Волжске Волгоградской области и «Урал-шина» в Екатеринбурге. Также в состав холдинга входит Саранский завод резинотехника в Саранске, а под управлением «Сибур. Русские шины» находятся два предприятия по выпуску химических волокон – «Артон» в Кемерово и «Сибур. Волжский» в Волгоградской области. Кроме того, холдингу принадлежит 50% акционерного капитала совместного предприятия «Матадор Омск-Шина» в Омске. Холдинг «Сибур. Русские шины» создан 1 января 2006 года в результате реструктуризации бизнеса компании «Сибур». Основные задачи – это повышение эффективности бизнеса и стоимости компании. Шинный холдинг «Сибур. Русские шины» входит в состав ведущего российского нефтегазохимического холдинга «Сибур Холдинг», который в свою очередь является крупнейшей дочерней структурой российской энергетической компании «Газпром». Продукция холдинга «Сибур. Русские шины» работает на легковых и грузовых автомобилях, тракторах и комбайнах, используется на строительных и карьерных машинах, самолетах и военной технике. Реализацию продукции холдинга «Сибур. Русские шины» осуществляют филиалы компании в Омске, Екатеринбурге, Ярославле, городе Волжске Волгоградской области и Санкт-Петербурге, а также центральный офис в Москве, отвечающий за поставки шин корпоративным клиентам, крупнейшей российской компании и на нужды государственных структур, министерств обороны, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций и других. Шинный холдинг «Сибур. Русские шины» является крупнейшим российским производителем шин. Заводы, входящие в его состав, традиционно лидируют в шинной отрасли. Ярославский шинный завод выпускает свыше 5 миллионов 370 тысяч шин в год. Омск-шина – более 3,5 миллионов шин в год. Волтайр-пром – более 2,5 миллионов шин в год. Урал-шина – около 2 миллионов шин в год. Совместное предприятие «Матадор» Омск-шина – около 3 миллионов шин в год. Шинные заводы России производят примерно 40 миллионов шин в год. Из них на долю четырех заводов холдинга «Сибур. Русские шины» приходится около 14 миллионов или около 40% в денежном выражении. «Сибур. Русские шины» поставляет на рынок свыше 400 моделей шин. Шины холдинга «Сибур. Русские шины» используются на всех видах транспорта, в оборонной и авиационной промышленности, на специальной технике, мотоциклах, велосипедах, погрузочно-разгрузочных машинах. В производстве многих типов шин компания «Сибур. Русские шины» – бесспорный лидер. К примеру, ее доля на рынке авиационных шин – около 60%, шин для сельскохозяйственной техники – 56%, шин для грузовых автомобилей – 40%. Качество шин холдинга проверено в самых разных климатических условиях. Оно соответствует международным стандартам ISO 9001. Особенность шинного производства «Сибур. Русские шины» – его конкурентное преимущество в том, что оно является органичной частью единой вертикально интегрированной структуры «Сибур Холдинга», построенной по принципу «от скважины до потребителя».